Итак, друзья, всем привет. Сегодня у нас 25 сентября. Давно у нас не было в эфире. И сейчас у нас пахота. Пашем своим белорусом. Прошел дождь. 40 миллиметров. Это 40 литров на квадратный метр. Пашется просто обалденно, прекрасно. Здесь у нас был ячмень с люцерны. Он начал вылазить. Люцерну тоже видно. Прошли мы здесь БДТ. И сейчас пашем. Вторая загонка. Стараемся, чтобы не было распашек. На этом поле будет одна распашка, развал, развал.